Вітаємо вас в Волочиському районі. Настав час збирати силу. Сьогодні ми знаходимося на полях підприємства «Аграрна компанія 2004», входить до групи «Вітагро». І спостерігаємо заготівлю високоякісного силосу. Також хочу додати, що в даному підприємстві висіяно 3 гібриди КВС. Богатирь з ФАУ-290 вже завершили. Зараз іде активна заготівля гібриду Амарос з ФАУ-230. І на черзі гібрид Каріхол з ФАУ-380. Да, абсолютно правильно. Мы практикуем так называемый силосный конвейер в процессе кормозаготовки. Процесс подготовки и планирования кормозаготовительной кампании по силосной кукурузе начинается далеко до начала весны. В зимний период времени вместе с агрономами, единой старшиной командой, мы планируем так этот называемый силосный конвейер. И за основу берем территориальное размещение наших ферм, тип грунтов, количество влаги и, в принципе, тот каскад, который мы планируем в кормозаготовке. Мы используем порядка 1000 гектар кукурузы под силос, из них 60%, около 600 гектаров, занимают гибриды компании КВС, 3 гибридов. Невозможно вести успешное молочное производство без анализов кормов, которые вы кормите. Поэтому в структуре общесмешанного рациона у нас силосный тип кормления, и кукуруза занимает порядка 8-9 кг в среднем на одну голову высокопродуктивных коров. Так, в прошлом году мы делали анализы по силосным гибридам, и компания КВС показала себя очень положительно. Нам всем необходимо высокое количество крахмала в силосе, оптимальная влажность и оптимальная переваримость нейтрально-детергентной клетчатки, либо просто клетчатки. И совокупность этих трех факторов позволяет получить максимальный энергетический корм в виде силоса кукурузы. Поэтому высокий крахмал, достаточно высокий уровень переваримости клетчатки обеспечивает нам успех в молочном производстве. И одним из успехов это также являются гибриды от компании КВС. Полезная вещь, особенно в структуре крупных агрокомпаний, агрохолдингов, у которых животноводство сконцентрировано в разных точках, они находятся в одной локации. Данная спутниковая программа, инструмент, помогает нам контролировать сухое вещество в моменте на каждом поле, и также она помогает прогнозировать нам изменения количества сухого вещества в кукурузе. Поэтому в больших масштабах и больших локациях масштабов разброса посевов силосной кукурузы для успешного кормозаготовки данный инструмент просто необходим и выполняет максимально полезную функцию. У нас 8 локаций, и на этих 8 локациях данная программа показывала абсолютно точную информацию с ошибкой, похибкой до 1%, что в принципе позволило нам успешно по данным гибридам компании сработать и спланировать нашу работу. На следующий год мы однозначно будем использовать часть силосных гибридов от компании КВС, но мы также уже проинформированы и знаем о том, что у нас есть новый бренд силосной кукурузы Best for Meal. Название говорит само за себя. И мы надеемся, что данные гибриды будут более качественные, будут лучше тех, которые идеальны в этом году, и помогут нам получить еще больших максимальных результатов молочной продуктивности наших коровок. Поэтому Best for Meal, новый бренд. С нетерпением ожидаем и готовы рассмотреть для применения на посевах. Щоб скористатися нашим цифровим сервісом супутникового моніторингу місту сухої речовини, вам потрібно зробити лише декілька простих кроків. Перше – це зареєструватися на сайті MyKVS. Друге – це створити контури полів з гібридами силосної кукурузи КВС. І вже наступний крок – це в режимі онлайн спостерігати, як ваша кукуруза доходить до оптимальної фази для збирання високоякісного силосу.